Анапское боевое братство готовится к юбилею. На отчетно-выборном собрании Анапского городского отделения ветеранов «Боевое братство» был единогласно избран руководитель организации «Ветеран боевых действий» Вячеслав Бабунц. Ему совместно с правлением предстоит организовать в сентябре мероприятие, посвященное десятилетию боевого братства Анапы. Работа уже началась. Ветераны активно участвовали в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Проводили уроки мужества в школах, на накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана чествовали ветеранов-афганцев. Кроме того, активисты боевого братства Анапы совместно с Академией «Рафаэль» подготовили выставку картин, посвященную 5-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Выставка откроется в фойе городского театра 16 марта в 12:00.